Добрый день! Вы смотрите выпуск экономических новостей на канале Инста-ТВ. По итогам апреля розничные продажи в США выросли на 0,1% в месячном исчислении. Данный показатель совпал с прогнозами экспертов. Наряду с этим в марте американцы были более активны. Темпы роста продаж составили 0,7%. Без учета затрат на автомобили и топливо, объем розничной торговли также увеличился на 0,1% в апреле. На потребительскую активность приходится до 70% всего роста экономики США. То есть следствием замедления роста расходов будет сокращение роста всего ВВП Америки. Эксперты объясняют медленный темп роста продаж в апреле слабым повышением занятости, а также тем, что Пасху праздновали на 2 недели раньше в этом году. Между тем, потребительские цены США выросли в апреле по сравнению с мартом на 0,2% и на 2,3% к апрелю 2011 года. Показатель рассчитан без учета стоимости топлива и продуктов питания. По мнению экспертов, замедление инфляции в апреле является следствием понижения цен на энергоносители. Экономисты сходятся во мнении, что рост потребительских цен начнет слабеть на фоне того, что цены на энергоресурсы не будут расти в ближайшее время. Это означает, что последствия для экономики США не будут заметными, а ФРС может держать учетную ставку около нуля до конца 2014 года. Это были самые актуальные новости от компании InstaForex. Оставайтесь с нами.